Как только ты направил камеру на себя, значит, все, ты автоматически актер. Кривокоса YouTube, кривокоса друзья, кривокоса всем. Я понял, что 5-минутные ролики вообще никто не смотрит и решил их сократить до 3, всего лишь 3 минуты. Вначале хочу показать вам отчет за месяц октябрь. В этом отчете YouTube присылает показатели канала за предыдущий месяц. Как мы видим, тут у нас добавились подписчики, число просмотров также выросло. И все это... благодаря вам, господа. Я думаю, если мы в таком же темпе будем продолжать, показатели будут только увеличиваться. Ну а теперь к ролику. Это FIFA 20 без донатов, вторая серия. Здесь мы поговорим немножко о Weekend лиге, моя первая Weekend лиге. Откроем награды, какие бы они ни были, и немножко поговорим о моем составе. По поводу состава могу сказать одно. Могу отметить голкипера Льориса и ЦПшника нашего Торейро. Эти парни реально выручали и действовали на поле так, как нужно. Weekend лига началась более-менее нормально. Первый матч был проигран, а второй мы... победили, и вот как это было. Блин, а я волнуюсь, зараза. Вот это мне не нравится, потому что у меня переживания есть небольшие, а я волнуюсь. Смотрел вправо. Отлично, чё. Сердечко бьется. Он бы отбил удар. Первая победа в Weekend лиге. Пенальти. По итогу я понял, что ошибка была в одном, в том, что я играл в субботу в вечер, а это самое ужасное время, которое можно играть в этот турнир. Следующий день, в воскресенье, я начал играть днем, и игра немножко поменялась, я доиграл до 8 побед, до серебра 2, и забыл это как страшный сон, поэтому совет не играть в то время, когда это делать не нужно. В итоге мы взяли серебро 2, и это довольно-таки недурно, пойдет для такого состава, для того времени и для моего опыта в игре, это нормально. Я думаю, в дальнейшем будет лучше. Нам достался пик, в котором, собственно, ничего удивительного, мы никого не поймали. Получается Грейлиш, я взял Грейлиша на левый фланг, пусть будет он. И нам дали также два пакета, в котором также ничего не было. Единственная рада, то что за Rivals я взял монетки, и в составе будут обязательно изменения, и очень серьезные, про которые я расскажу в следующем выпуске. Надеюсь, что я уложился в 3 минуты, спасибо большое за просмотр, и увидимся, думаю, скоро. А я пошел монтировать этот 3-минутный ролик.